Так, ребята, что привезли? Немного. Мойву взяла. Вот. Килограмм. Валя нам говорила по 120, мурманская была. Но сегодня не было по 120 мурманской. Но я уже так настроилась, так хотелось мойвы. Взяла 260. Ну, 260 все-таки не 380, да, как было раньше. Вот, взяла килограммчик. Такая она хорошая, видно, прям розовенькая такая. Сейчас сделаю в духовке. Вот. Ой. Этот. И грушки взяла. Сегодня Славик был наш. Славик, привет. У которого мы саженцы покупали. А это грушки. Вот талгарская красавица. Вот такие вот грушки. Вот они. Мы взяли у него саженцы с этого дерева. Посадили талгарскую красавицу. Вот видите, она такая желтенькая, красненькая, вот краснобокенькая, вот такая вот. Но вкусная, такая прям сладкая, сочная. Груши очень вкусные. Вот, взяла тоже килограммчик. Были по 150 у него и по 200. Ну, 150 такие вот уже подмороженные. Они неплохие, они просто подмороженные и бочки так пожелтели уже. Вот, ну, не, говорю, мне по 200, потому что, ну, я хочу, чтобы они полежали. Я не хочу их съесть за 2 дня. Это если бы я взяла там 2-3 штуки, чтобы за 2 дня съесть, я бы, конечно, может, и тех взяла. Вот, а так я хочу, чтобы они у меня вот, сейчас вынесу их туда на веранду, там у нас где-то пару градусов плюса, вот, и, может, чем-нибудь вот так еще прикрою, и пускай там хранятся, они там будут долго лежать. И мне хватит надолго. Вот в день по грушке и самое то. Это мне тут хватит, боже мой. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, почти на 2 недели. Вот так вот. Так, и еще что взяла. Мне там писали про помидоры. Вот зачем взяла? Опять насажаю хренову тучу этих помидор. Но тут их немного. Не взяла я это... 10 штук. 10 штук. Ну, нормально. Пламя. Сказали, хорошие помидорчики, но дорогие. Да, 150 рублей. Вот поэтому я и купила. Потому что дорогие. Думаю, все-таки фигню так дорого продавать не будут. Да? Да. Томат универсального типа. Не взяла очки. Раннеспелый. Детерминантный, высокорослый. Ах ты, боже мой, гибрид высотой. А, ну не очень высокий. 80-90 этих сантиметров. Штамповый, компактный. От всходов до сбора первого урожая 85-90 дней. 3 месяца от всходов. Вот они у меня взойдут, допустим, в середине марта. Апрель, май, июнь. В середине июня должны будут быть. Вот. Так вот. Такие вот, видите. Сейчас я беру вот так вот этот. Вот такие вот сливки. Говорят, вот их много, вот так прям много-много. И ну, посмотрим. Посмотрим, попробуем. Я все никак не... Ну, вот с этой ездой, ну, сами видите, да? Ну, в разъездах. Мне бы пора уже посмотреть, какие у меня семена есть и какие еще бы подкупить. Вот. Ну, пока. Катаемся. Лешек пошел снег чистить, потому что вчера снега навалило нам. Вот, и... Даже вот в 11 вечера у нас здесь ездил трактор, чистил дорогу. Большое спасибо трактористу. Да. Спасибо. Дорогу нам почистил здесь. Вот. И утром мы смогли выехать. Так вот. Сегодня тоже обещают с обеда снег. Ну, недолго. Ну, не знаю, будет, не будет. Может, уже ушел. Вот, потому что завтра опять ехать. Завтра последний день вождения. Послезавтра внутренний экзамен. Ну, а
как-то и не волнуюсь. Вот знаете, вот верите, вы знаете, я сама себе удивляюсь, что я такая спокойная. Это, наверное, вот уже у меня годы тренировок, да? Вот второй год сын на войне. И я то ли уже устала волноваться, не знаю, но я спокойная. И я вот ко всему отношусь спокойно. Сама себе удивляюсь, честно. Раньше вот чуть что, меня сразу вот так вот начинает. Нет, сейчас я волнуюсь, да, если долго нет вестей, если там что-то, какие-то эти такие, я, конечно, я волнуюсь, я это, но а так вот в повседневной жизни я спокойно, как удав. Серьезно, меня даже экзамены не пугают. То ли возраст это, не знаю, то ли вот тренировка, не знаю, не знаю. Так вот. Ладненько, девочки, пойду я, наверное. Ой, я же вчера навернулась, и вот это свое больное колено, ногу эту не ударила колено, нет, а просто поджала ее под себя, и у меня вот колено, знаете как, оно гнется у меня до определенного момента. Дальше я его не напрягаю уже, потому что больно. Вот. А это, в этот раз я упала и вот так вот прям согнула колено. Вот так. Было больно. И вот сейчас вот коленка болит, конечно. Было бы здоровое, даже бы не заметила. Да. Ну а что делать? Вот. А так, конечно, надела наколенник. С наколенником легче. Но водить это не мешает. Я отводила нормально. Совсем даже не мешает. А вот ходить, хожу, опять хромаю. Вот помните, я осенью упала в лесу на коленку. Ну, хорошо, что там мягкая постилка, вот эта хвоя, было много. Вот. И я как-то упала мягко. Ну, тоже ходила, наверное, недели две ходила, я хромала. Пока у меня опять не наладилось. Вот и сейчас буду ходить хромать. Надо аккуратнее, конечно. Но бывают такие моменты, что это от нас не зависит. Да, вот шибануло, вот и все. Вот и упала. Да. Да это и так хорошо. В прошлом году я вообще не падала, ни разу не упала в прошлом году. А в этом году, вот с осени, я уже второй раз вот упала. Осенью один, и сейчас вот один. Ну ладно. Ну ладно, заживет, как на собачке, да? Да. Да, Лилюшка, иди пообнимаемся, иди, моя хорошая, иди, моя сладкая, мамина, что, иди, иди, моя, обнимушка моя. Да, обнимушка, да, ты моя, ай, ты моя, она так улыбается. Да, ты моя, да, да, моя. Ай, ты жопа ты жопа такая. Лохматая, надо постригаться уже. Да, чуть-чуть вот это вот солому эту снять. Да? Да. Ай-яй, улыбака моя, и ты моя, там обзывается, и ты моя, моя мамина сладкая, мамина девочка. Где моя девочка, где? Иди сюда, иди, моя сладкая, иди. Ревнует друг другу, конечно. Поэтому стараюсь, чтобы всем было поровну внимание. Да, если ту приласкала, сейчас пойду и ту приласкаю. Вот так. Ладно, ребята, все. На этом все. Давайте. О, я хотела выйти. Ой, как сосульки блестят на солнышке. Хотела выйти показать, как ты снег кидаешь, Лешик. А ты уже. Так, ну-ка. Давай. На солнышко. Давай. А ты уже тут как тут. Уже все сделал. Сейчас у помойки почищу. У помойки еще. Ой, а солнышко уже высоко, глянь. Ну, иди, курей открой пока. Курей пойти открыть? Конечно, пускай пойдет.
Ой, солнышко. Ну, пойду. Только не забудь, выключи свет. Хорошо. Хорошо, пойду. Вышла, вышла вон та. Педро, что ты ее гоняешь, Педро? Ну, вышла. Ну, потихонечку привыкнет. Давайте, давайте. Ах ты ж, Педро. Сукин сын. Клюет, клюет. Молодец, вышла все-таки. Переборола страх. Ну а что, голод не тетка. Вот она боится всех. Вот умница. Все курочки вышли. Молодцы. Вот так, собирайте. Ну, хорошо. Что? Что ты? Где там папа? Где? Чистит. Почистил тут возле гаража. Вон. А теперь там возле этой, возле помойки. Мусорки. Мусорки, помойки. Говорили, фу, неправильно помойка. Да и ладно. Так, девки, нельзя вам туда на улицу. Нельзя. Нельзя, я не буду за вами там бегать. Нельзя. Сидите тут, да. Лиза еще послушная, а Лиля непослушная. Бежит фиг знает куда. А ты там сделай такой проходик маленький и все. Чтобы можно было пройти. Тут у нас уже, гляньте, ограждение какое по бокам. Сколько снега насыпало. Солнышко. О, все порядочек. У нас бак новый теперь. Тут был уже дно сгнило у него. Чего? Говорю, бак новый. Вон мои палки, только верхушки торчат. На крыше вон сколько снега. Сугроб прям целый. Так, вышли. Лиля, пойдем домой. Лиля. Ты еще не все, Лешек. Все? Ну, пойдем. Хватит, отдыхай уже. Как в десанте говорят, никто кроме нас. Ну, да ладно. Ну что, он свет очистит. В нас это да. Да, ну это, она входит в нас, да? Да. Да. Считается, да. Соседка наша через дом. Вот она чистит, и мы. Больше никто. Все. Все, пойдем мойву жарить. Да. Мойву пойдем жарить. Да. А? Я в духовке ее буду делать. Не буду жарить. В духовке пожарю. Не на сковородке. Ох, красота. Вот в любое время красиво. В любую погоду. А эти все сидят вон на солнышке. Вот так вот. Все тут. Тут все, да?
Что вы? Пойдем домой? Да? Ой-ой-ой. Красота. Это телячьей нежности. Ну что, ребята, пожарим мойвочку, да? Я ее помыла. Сейчас, может, тут еще водичка залью. Немножко есть. Так. Не обсушивала. Но если хотите, можете обсушить. А я так вот, пускай побольше муки пристанет. Будет корочка хрустящая. Вот. Такая вот. Она у меня здесь есть. Вот такая и красивая. И есть вот такая вот, не очень красивая. Вот видите. Ну и ладно, да? Тут есть половинка, где-то я видела. Вот. Вот она. Половинка. Ну и что? Пойдет. Ну его не чищу. Зачем ее чистить? Вот еще одна половинка. Она потом хорошо чистится. А так она получается сочней, жирней. Да вообще никто моего не чистит, наверное, да? Или кто-то чистит. Я никогда не чищу моего. Вот. Так, что мы делаем? Погнали. А, мы сейчас посолим, поперчим. Чуть-чуть. Вот так. Ой. Чуть-чуть. Посолим. Тоже так вот немного. Ух ты! Камешек какой! Как монетка. Еще бы приправки для рыбы, но у меня нет. Вот приправа для рыбы. Лимонного сока немножко. Все, все нормально. Ты все, Лешек, да? Все. Ну хорошо, отдыхай. Отдыхунькой. Да, я думаю, обедать не будем. Сейчас? Пораньше. Пораньше? Да. Да сейчас она быстро в этом, да, в духовочке. Делай, делай. Я не спешу. Отдохни пока. Расслабься. Что значит пока? Ну, до обеда. Так, высыпаем сюда. Мука у меня кукурузная, девочки. С кукурузной мукой рыбка вкуснее. Но если нет муки кукурузной, можно и обычной, пшеничной. Без разницы. Не, разница есть, но не так важно. Вот. Все, и сюда теперь выкладываем нашу рыбку. Так вот. Не всю. Понемножку. Да? Да еще можно. Так вот. И выкладываем. Вот у меня противень тут. Все, отправляем в духовку. Духовка у меня разогрета где-то 220 градусов. Все, отправляем.
общем, такая... В общем, такая вот получилась моевочка. В духовочке, не жареная, запеченная. Пахнет, Лёшик? Пахнет. Пошли мы кушать. Пошли. Пошли. Пока-пока.